А житель Минска может заплатить более 500 рублей за расклеивание листовок. Столичные милиционеры задержали минчанина, который клеил листовки политического характера на остановке. Инцидент произошел 3 ноября на улице Алтайской. Нарушителя заметили проезжающие мимо правоохранители. Как оказалось, 29-летний IT-специалист таким способом решил выразить свою гражданскую позицию, призывая разместить на окнах белые листы. Мужчины и милиционеры обнаружили и изъяли 2 БЧБ-флага, 2 силиконовых браслета, несколько листовок, клей, плоскогубцы и скобы для степлера. В отношении минчанина составлен административный протокол по статье «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов».